Коммунальный ликбез, двойные квитанции. Сейчас счета сразу от нескольких управляющих компаний курянам не приходят. Однако в период путаницы многие жильцы платили не тем. Теперь действующие компании требуют погасить долг за минувшие месяцы. Как быть в такой ситуации, разъяснил начальник областной жилищной инспекции Игорь Афонькин. Он пояснил, неважно, кому были перечислены деньги, главное – сохранять квитанции об оплате. Жители оплатили за жилье и коммунальные услуги при любых обстоятельствах. Ни одна управляющая компания, и это я их строго предупреждаю, не имеет права при предоставлении документов, подтверждающих оплаты, в любую из компаний, взимать эту задолженность или начислять пени. Если управляющая компания даже при предъявлении квитанции будет настаивать на оплате, жильцы вправе обратиться в суд. Другой важный момент. Некоторые жители полагают, что сменив управляющую компанию, рассчитываться по долгам с прежней организацией не нужно. Это не так. Погашать задолженность необходимо. С неплательщиков деньги будут взыскиваться в судебном порядке.